Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Перекрыто с ограничениями. На Первомайском проспекте новая схема движения авто. Больше возможностей. Новое применение средств материнского капитала. Время удивлять. В цирковом шоу «Пять континентов» зрителей ждут пантеры, тигры, леопарды и даже уникальные канадские бизоны. Первомайский проспект официально встал на ремонт. Уже перекрыто движение для частного авто с перекрестка от Вокзальной до перекрестка с Дзержинского. А вот городскому пассажирскому транспорту разрешено двигаться по крайним полосам движения в сторону Московского шоссе и в сторону улицы Дзержинского. Кстати, хитрецов, которые пытаются проехать вслед за автобусами по выделенке, будут нещадно штрафовать. Напомним, причина перекрытия – капитальный ремонт участков магистральных теплосетей. На время работ установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Рязанцы за ремонтом Первомайского проспекта могут наблюдать через интернет. МУПР МПТС на своем сайте запустила онлайн-трансляцию капремонта. Трансляция ведется с 5 камер, установленных на остановках гостиницы Первомайская, Площадь Победы и улица Вокзальная. За счет средств материнского капитала можно оплатить обучение ребенка или потратить деньги на улучшение жилищных условий. В 2023 году Социальный фонд России по Рязанской области оформил больше 1500 сертификатов на маткапитал. Чаще всего рязанские семьи тратили маткапитал на улучшение жилищных условий. Так поступили почти 2000 семей. В региональном отделении Социального фонда России рассказали, что так можно сделать только после достижения ребенком возрастом 3 лет. Исключение – покупка жилья с использованием кредитного займа. В этом случае воспользоваться средствами можно сразу после рождения ребенка. С начала этого года рязанцы потратили больше 1 000 000 000 рублей на улучшение жилищных условий. Еще одно популярное направление для распоряжения маткапиталом – образование детей. Оплатить дошкольное учреждение средствами материнского капитала можно, не дожидаясь трехлетия ребенка. В 2023 году более 400 рязанских семей направили средства маткапитала на образование детей. В социальном фонде рассказали, что семьи с невысоким доходом могут оформить из средств маткапитала ежемесячную выплату. Условия простые. Для ее получения сумма дохода на одного члена семьи не должна превышать 25 588 рублей в месяц. Размер выплаты в Рязанской области составляет 13 155 рублей. Примечательно, что до этого года средства из маткапитала полагались только на второго ребенка в семье. В 2023-м выплата идет на каждого малыша до 3 лет. С начала года в области произведено почти 800 выплат семьям. Подать заявление о распоряжении средствами маткапитала можно как в личном кабинете, так и обратиться лично в клиентскую службу регионального соцфонда или МФЦ. Сразу два приговора вынес суд по делам о краже и открытом хищении. Притом, если в одном случае сумма ущерба не такая уж и большая, почти 500 рублей, то во втором деле подсудимый решил не мелочиться. Сентябрь 22-го. Мужчина решил отовариться в местной пятерочке. Только товар он вынес не в руках, а в карманах. Правоохранители установили, что набрал себе ранее судимый рязанец продуктов почти на 500 рублей. Уголовное дело по статье «Открытое хищение чужого имущества» направили в суд. В ходе судебного следствия вина подсудимого была доказана, и ему, с учетом мнения государственного обвинителя, за совершенное преступление назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год, а также на судимого возложена обязанность по возмещению имущественного вреда, причиненного акционерному обществу «Тандер». Приговор суда вступил в законную силу. Эта сеть магазинов, кстати, от таких посягательств страдала не раз. В 2018 году, например, в Старожиловский магазин двое мужчин зашли за алкоголем. Взяли 4 бутылки крепенькой и палку колбасы. После один из них предложил другому постоять на улице, пока тот покупку оплатит. Уже на кассе обнаружил, что денег у него нет, и просто прошел мимо. Ущерб чуть больше 1000 рублей. Приговор суда 1,5 года условно, плюс испытательный срок. 2021 год. Мужчина набрал еды и алкоголь в той же сети магазинов. Только сложил все не в корзину, а спрятал под одежду. Наказание – 1,5 года лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком. Сотрудники региональной прокуратуры поделились и другим интересным случаем. Магазин тут ни при чем. Речь вновь идет о распитии алкоголя. Воспользовавшись тем, что последний уснул, похитил из его квартиры принадлежащий ему телевизор, мобильный телефон, а также денежные средства в размере 25 тысяч рублей. Вердикт – 1,5 года в колонии поселения. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Эстафетным триумфом хозяев завершился в Рязани чемпионат МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. Команда МВД Рязанской области победила в смешанной эстафете и в дисциплине служебный биатлон.
Всего же в пятидневном турнире приняли участие около 600 человек практически со всей страны. Смешанная биатлонная эстафета – вид спорта, конечно, чисто ведомственная. Но информацию об участниках дает исчерпывающая. Кто из них быстрый, кто меткий, а кто и выносливый. Потому что огневой рубеж часто вносит свои коррективы. Вот и на этот раз команда из Рязанской области начала резво, но из-за промаха в стрельбе оказалась в роли догоняющей. И вот тут сказались все навыки. К финишу команда с нагрудным номером 5 пришла с заметным отрывом. Пятый номер, стартовый Андрей Форносов, Рязанская область. Побеждает в пятом забеге. Управление МВД России по Рязанской области Андрей Форносов приносит победу. Безусловно. Чемпионаты МВД России по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу прошли на очень высоком уровне. И каждый отсюда, тот, кто уедет, он принесет свои служебные коллективы дальнейшее стремление к совершенствованию физическому и развитию профессиональной подготовки, физической подготовки и, главное, для организации несения службы. Результаты, может, и выглядят как чисто служебные, но у рязанцев есть свои поводы для радости. Бронза в персональных дисциплинах, золото в командных, пусть даже и во второй подгруппе. Вы показали блестящие результаты. Здесь я вижу уставшие лица, но не побежденные. Есть победители. Вы здесь узнали больше друг друга, пообщались, посмотрели нашу рязанскую землю, прекрасную рязанскую землю. Поэтому много не буду говорить, мы ждем вас еще и еще раз здесь, на этих соревнованиях, в следующем году, через 2, через 3 года. Мы рады вас видеть. Кстати, одними лишь медалями и памятными призами дело в итоге не ограничилось. Сразу нескольким участникам соревнований были присвоены звания мастеров спорта и вручены соответствующие удостоверения и знаки. В этом году празднование чтения памяти святителя Луки Крымского перенесено с 11 на 9 июня. В этот день митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в храме на территории военного госпиталя, который, кстати, освящен в честь этого угодника Божия. Раньше на месте этой церкви на территории Рязанского военного госпиталя стояла небольшая часовня. Ее построили 20 лет назад. Деньги тогда собирали все неравнодушные жители города. А в 2004-м здание уже осветили как храм в честь святителя Луки Крымского. В том же году здесь соорудили белокаменный иконостас, а стены расписали мастера-иконописцы из Санкт-Петербургской академии художеств. И сейчас, больше 20 лет спустя, в день памяти святителя, митрополит Рязанский Михайловский Марк совершил здесь божественную литургию. Замечательно, что у святителя Луки Крымского и одного из настоятелей храма, иерея Владимира Михальцова, схожие судьбы. Иерей был заведующим кардиологического отделения в госпитале. Как говорят его коллеги, спасал и тело, и душу. Память о нем очень светлая. Это был человек открытой такой вот души, что к нему просто вот хотелось приходить и молиться вместе с ним. Вот. Он настолько вот любвеобилен был, и его службы, его проповеди остались в наших сердцах. Это был очень чудесный батюшка, который вот этот храм построен, и вот он его настоятелем, очень многое здесь оставил, и приходишь уже, вот видишь труды и его рук. Святитель Лука получил хорошее образование хирурга. После отправился в глубинку простым земским врачом. Помогал всем, не делая разницы между бедным и богатым пациентом. Смерть супруги стала толчком для нового этапа его духовной жизни. Священный сан он принял уже в годы гонения на церковь.
В ссылку святитель Лука был отправлен трижды. Последний раз в 40-м, в Сибирь. Врачебную деятельность он продолжил в местной больнице. После начала Великой Отечественной войны он написал телеграмму, что может быть полезен армии как практикующий хирург. И добавил, что по окончанию войны готов вернуться в ссылку. Как итог, в 46-м году профессор стал лауреатом Сталинской премии первой степени за разработку новейших хирургических методов лечения. Примечательно, что он единственный священник, который удостоен этой награды. И символично, что мы сегодня служим здесь, в этом храме, при военном госпитале. Здесь тоже, как и во времена святителя Луки, проходят излечение воины, бойцы, которые нуждаются в лечении, в грамотной терапии. Мы сегодня совершили молитву за всех них и за всех врачей, которым требуется укрепление, чтобы рука их не дрожала, чтобы и ум их был ясен, чтобы лечение, которое они оказывают военным, было правильным и успешным. Прихожане говорят, что и сейчас храм при госпитале выполняет свое предназначение, утешает надежды на исцеление. Они приходят сюда помолиться за здоровье, за мир и за врачей, которые в эти минуты также борются за жизнь воинов-пациентов. В Рязань приехал коллектив циркового шоу «Пять континентов» от продюсерского центра ГИИ «Радзе» и компании «Росгосцирк». Всех посетителей цирка ждут воздушные гимнасты, клоуны, акробаты, эквилибристы, жонглеры, а также лошади, канадские бизоны, верблюды, бурые медведи, черные пантеры, большие тигры и леопарды. Сюжетная линия, на которую искусно нанизаны, словно самоцветы, яркие номера – это отличительная особенность большинства проектов ГИИ и РАДЗЕ. Новое шоу – это тоже единое полотно повествования, канва которого – путешествие по пяти континентам. Заслуженному артисту России ГИИ и РАДЗЕ удалось на одном манеже цирка объединить все части великих цивилизаций мира. О том, как первое премьерное путешествие прошло в Рязани, после шоу поделились артисты Росгосцирка. Рязань нас встретила овациями, аплодисментами. Все за кулисами, конечно, волновались, и подопечные наши тоже. Это сегодня было заметно. Спасибо большое рязанскому зрителю. Сегодня в зале присутствовал мэтр, профессор, академик в нашем деле, а именно дрессировщик тигров Николай Карпович Павленко. И он сидел как раз в моем секторе в двух рядах от меня. И я старался на него не смотреть, но я чувствовал его взгляд. В шоу «Пять континентов» рязанский зритель познакомился с невероятным количеством животных. Пантеры, большие тигры, грациозные леопарды, лошади различных мастей, уникальные канадские бизоны. В наше время сложно удивить зрителя, так что мы делаем все возможное, чтобы наш зритель был доволен. И будем стремиться к тому, того, чего нет. Это было невозможно, но наш продюсерский центр «Королевский цирк», «Пять континентов», мы этого добились. Мы сделали это, и теперь радуем глаз зрителя, чтобы наш зритель был счастлив, был доволен, получил вот этот адреналин от этих наших бизонов. Я думаю, у нас это получилось, и не только бизоны, но все артисты, все животные сегодня выложились на все 100%. Они очень сильно нервничали, и я думаю, у нас сегодня все получилось. Трюки воздушных гимнастов переносят публику в настоящий подводный мир. Вода и воздух на манеже цирка сплетаются воедино на глазах восхищенных зрителей. Акробаты на дорожке представляют парад стран, демонстрируя единство и празднуя равенство в это непростое для мира время. Утонченная эквилибристка на зеркальном шаре демонстрирует виртуозное владение обручами. А пары силовых акробатов с немыслимыми трюками заставляют сердца замереть. Нет никакого секрета, только тренировки, труд и много лет опыта. Можно сказать, до сих пор мы занимаемся над ним, требует очень много тренировок. Уникальный баланс. Волнительно выходить на арену с премьерой артистом российской государственной цирковой компании, причем как людям, так и животным. Но и те, и другие представители продюсерского центра ГИИ «РАДЗЕ» сцену любят и живут ею. Они очень любят сцену, но, как и люди, они тоже на премьеру нервничают. Они немножечко, может, ведут себя по-другому. Но для зрителей это абсолютно незаметно. Они тоже выложились сегодня на все 100 и получили свои овации, в том числе, как и все артисты. Коллектив является рекордсменом
рекордсменом по количеству наград у артистов. Создатель шоу «Пять континентов», заслуженный артист России Гия Эрадзе, обладатель множества высших наград, как российских, европейских, так и мировых цирковых конкурсов и фестивалей. Также является обладателем самой престижной цирковой награды мира – «Золотого клоуна» международного фестиваля в Монте-Карло. Увидеть великолепное шоу в Рязани можно всего лишь до 16 июля. Поторопитесь. Дорогие друзья, дорогие рязанцы и не только, Гия Эрадзе – это прекрасная фирма, которая уже бренд, который завоевал сердца не только России, но и за рубежом. Поэтому, друзья мои, приходите к нам в цирк. Нам в гости, потому что это незабываемое шоу. А мы вам сделаем смешно. Будет очень интересно. Мы гарантируем. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.